Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, уважаемые гости нашего богослужения, приветствую всех вас миром и любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. На прошлой неделе мировая христианская общественность отметила очередной День Реформации. Ну, вы, наверное, хорошо знаете о том, что 31 декабря уже на протяжении многих лет отмечается как День Реформации. 31 октября. 500 с лишним лет тому назад выдающийся немецкий реформатор Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые тезисы, которые запустили богословскую дискуссию по очень многим важным вопросам, имеющим отношение к проблеме спасения человека от греха. То, что произошло 500 лет тому назад, имеет очень и для нас сегодня. Я хотел бы сейчас обратить наше внимание на один из принципов протестантской реформации, имеющих крайне важное богословское значение для нас, верующих, живущих сегодня. Этот принцип известен по латыни как «sola scriptura», что означает на русском языке «только Писание» или «Библия и только Библия». Естественно, возникает вопрос, почему необходимо было подтверждать эту, казалось бы, явную, очевидную для христианской церкви вещь – Библия, и только Библия. На протяжении веков верующие люди, христиане, рассматривали Библию как основание своей веры. Почему возникла необходимость в том, чтобы еще раз акцентировать внимание на этом основополагающем факте, что именно Библия, Священное Писание, Слово Божие является краеугольным камнем, основанием христианской веры. Связано это было с тем, что в сознании многих-многих верующих людей Священное Писание тем, что известно в истории христианской церкви как священное предание. Священное предание вышло на передний план, заслонив собою Священное Писание. И вот здесь возникает, естественно, вопрос, а как соотносятся между собою Священное Писание с одной стороны и Священное Предание с другой стороны? И тут же у нас возникает следующий вопрос, а что входит в такое понятие, как Священное Предание? Что касается Священного Писания, здесь как бы единство среди христиан определенное единство есть. Под Священным Писанием понимается набор книг, святых книг, объединенных в две части – Ветхий Завет и Новый Завет.
Количество этих книг, общее количество книг, которые составляют Священное Писание, 66. 39 книг в Ветхом Завете, 29 книг в Новом Завете. Хотя, безусловно, есть и определенные расхождения, что касается количества книг в католической традиции, например, больше. Помимо известных нам 39 книг, в католические издания Библии входят еще так называемые апокрифические книги. Они входят и в издания православной Библии. Но не все эти апокрифические книги воспринимают как богодухновенные, как написанные по вдохновению свыше. В православной традиции эти книги даже не относятся к каноническим книгам, но они входят в состав Библии, усматривая в них историческую какую-то ценность и значимость. Но что касается вот 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, в христианском мире существует согласие, что эти книги являются богодухновенными и каноническими. Абсолютно все с этим согласны. Это очень важное замечание, на которое я обращаю ваше внимание, потому что мы позже к нему еще вернемся. Теперь на вопрос, что же такое предание? Вот здесь все намного сложнее. И единство среди представителей различных ветвей христианской церкви в этом вопросе нет. В свое время, это в XVI веке, когда возникла в Западной Европе реформация, и когда был провозглашен принцип «Sola Scriptura» – «только Библия, только Писание», последовал ответ со стороны католической церкви, которая заявила на Тридентском соборе, что не только Библия, но и предание являются двумя источниками, богодухновенными источниками истины. Писание и предание, они и составляют некую полноту Божьего откровения в истории спасения. В православной традиции принято подчеркивать приоритет, первенство священного предания, которое является более древним, более глубоким, более полным откровением Божьей воли, чем Священное Писание. И в православной традиции принято считать, что Священное Писание является лишь частью священного предания. Ну и вот протестантская традиция – только Писание. Она наталкивается на серьезную критику. Я хочу обратить ваше внимание на два основных аспекта этой критики. Первый сводится к следующему. Как можно утверждать принцип «только Писание», если Священное Писание не включает в себя всю полноту Божьего откровения в истории спасения? На это указывает сам апостол Иоанн, который в своем Евангелии говорит следующее. Обратите внимание на то, как евангелист Иоанн завершает свое Евангелие. 24 и 25 тексты 21 главы Евангелия от Иоанна. «Сей ученик
свидетельствует о сём и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». А дальше самое интересное. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Мысль евангелиста понятна. То, что записано здесь, вот в четырех Евангелиях, о жизни и служении Господа Иисуса Христа, это лишь малая часть из всего того, что совершил Господь Иисус Христос. Потому что если бы писать о том подробно, то, как выразился евангелист Иоанн, самому миру не вместить бы написанного. И, наверное, следует согласиться с тем, что в Священном Писании представлена лишь часть полноты не в истории спасения. Потому что никакая книга, даже самая большая, даже вот такая большая, как Библия, не может вместить всей полноты Божьего откровения, явленной роду человеческому. Но это нас не должно смущать, потому что того, что вошло в состав Священного Писания, более чем достаточно для любого человека, чтобы услышать голос Божий, звучащий со страниц Библии, и принять его осмысленно, покаянно принять и обрести спасение во Христе. То, что вошло в состав Священного Писания, более чем достаточно для любого грешника, для любого жителя земли, чтобы обрести спасение во Христе. Второй аспект критики, с которым сталкивается протестантский принцип «сола скриптура» – Библия и только Библия, заключается в следующем. Очень часто нас, представителей протестантской традиции, критикуют в том, что мы слишком наивно воспринимаем появление Библии, будто бы она вот появилась в готовом виде и упала как бы на блюдечке с неба, в том виде, в каком мы имеем ее сегодня. Но если посмотреть историю появления Священного Писания, то мы можем заметить, что нет, не в раз появилась эта удивительная книга. Мы сейчас не будем говорить о том, как формировался канон Ветхого Завета. В дни Христа и апостолов он уже существовал. И Иисус Христос использовал вот это Священное Писание своего народа, иудейского народа, когда совершал свое спасительное служение. Этот же канон Священного Писания, по-еврейски называется Танах, состоящий из трех частей – Тора, закон, Писание и пророки, использовался и апостолами Христовыми. А вот канон Нового Завета, представленный четырьмя Евангелиями, книгой Деяний апостолов, апостольскими посланиями, посланиями Павла,
Петра, соборными посланиями, книгой Откровения, Апокалипсисом. Он формировался на протяжении нескольких столетий, и только к четвертому веку уже нашей эры мы говорим о решении, если можно так сказать, этого процесса канонизации книг Нового Завета. И, естественно, этот процесс проходил в лоне Церкви. И в лоне Церкви решался вопрос о том, какие книги включать в канон, а какие нет. То есть Церковь как бы определяла, что является богодухновенным, а что является небогодухновенным. И как бы, естественно, предположить, что авторитет Церкви, он превыше авторитета Писания. И вот этот принцип «только Писание» естественно подрывает авторитет Церкви, авторитет тех, кто участвовал в составлении канона Нового Завета, авторитет соборных решений, на которых как раз-таки вот определялся этот состав новозаветных книг. Друзья, здесь тоже нет проблемы. Мы должны согласиться с тем, что действительно в истории христианской церкви имел место этот процесс составления канона, новозаветнего канона, который действительно растянулся на многие годы. Но этим процессом руководил сам Бог. В свое время вдохновлял истинных и верных мужей своих на написание этих святых книг. Бог руководил этим процессом, и через верных и искренних своих последователей в состав Нового Завета вошли именно богодухновенные книги, то есть книги, написанные святыми Божьими людьми, движимыми Духом Святым. И сюда не вошли те книги, истинность которых, богодухновенный статус которых был под сомнением. Простой пример приведу, чтобы вы почувствовали, как происходил этот процесс. У нас в Новом Завете 4 Евангелия. Но мы хорошо знаем, что евангелистов было больше. И в истории христианской церкви имели место другие Евангелия. Например, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Евангелие от Иакова. Почему их нет в Новом Завете? Ведь эти имена явно указывают на учеников Господа Иисуса Христа. Почему Евангелие от Матфея есть? Есть. От Марка есть. И даже от Луки есть Евангелие в Новом Завете, хотя вы хорошо знаете, что среди учеников Господа Иисуса Христа Луки не было. Он представитель уже следующего поколения верующих христиан. Но Евангелие его есть в Новом Завете, а Евангелие от Иакова нет. Почему?
Интересный вопрос. Очень интересный. А нет Евангелия от Луки потому, что когда вот этот процесс составления канона, книг, новозаветнего канона происходил, те, кто принимали участие в этом процессе, движимые Духом Святым, обратили внимание на то, что содержание этого Евангелия таково, что оно не могло принадлежать перу апостола Иакова. Не могло принадлежать перу апостола Иакова. Потому что это содержание вступает в конфликт с предшествующим Божьим откровением. И потому оно было отклонено как апокрифическое. Слово «апокриф» с греческого означает «неподлинный», «ненастоящий», «подложный». Мы с вами подошли к самому сердцу вот этой проблемы. Как же нам правильно выстроить модель соотношения Священного Писания и Священного Предания? Знаете, ответ здесь достаточно простой. Мы должны следовать примеру нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Смотрите, как все просто. Мы должны следовать примеру Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Что я имею в виду? Дело в том, что во дни Христа имело место предание, имело место и Писание. То есть было священное предание, было священное Писание во дни Христа. Как Господь Иисус Христос воспринимал предание и как Он воспринимал Писание? И чему Он отдавал приоритет? Писанию или преданию? Ну, опять же, чтобы не быть голословными, давайте прочитаем несколько текстов из Библии. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 текст. Обратите внимание, Иисус Христос в своей беседе со слушателями. Матфея, 21 глава, 42 текст. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали?» Где? В Писании. «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Дальше, в 22 главе, в 29 тексте, Иисус Христос обличает своих слушателей словами «заблуждение». Чего? Писаний. Заблуждаетесь, не зная Писаний. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 42 текст. Христос, обращаясь к своим слушателям, задает вопрос: не сказано ли, где? В Писании. И так далее. Таких вот текстов в Евангелиях очень много. Иисус Христос постоянно обращается к Писанию. И весть, которую Он проповедует, это весть, которая основывается на Писании. А что было Писанием для Иисуса Христа? Вот слово, которое я уже произнес. Танах, Ветхий Завет. Закон, Писание, пророки.
Три части священных писаний иудейского народа. Вот на это писание Иисус Христос постоянно и ссылается. И помните вот этот эпизод, когда уже после своего воскресения Иисус Христос присоединился к двум своим разбитым горем ученикам, которые брели по дороге из Иерусалима в Эммаус. Помните этот эпизод? Он записан в Евангелии от Луки в 24 главе. И вот в 27 тексте есть такие слова. Луки, 24 глава и текст 27. «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им», то есть вот этим своим ученикам, «изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Слышите? С помощью чего Иисус Христос объяснял своим ученикам, которые не разобрались до конца с тем, что же произошло на самом деле на Голгофе, с помощью чего Иисус Христос объяснял им Писание, закона Моисея, потому что под Моисеем здесь понимается именно Пятикнижие Моисея, Тора, закон. В 44 тексте этой же главы «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Вот три части Священного Писания. Хорошо, мы уже сказали, что в дни Христа было Писание, было и предание. А как Христос относился к преданию? Основывал ли Он свою проповедь на предании? Нет. Более того, он достаточно критично относился к тому факту, что в сознании многих законоучителей предание вытеснило Писание. И помните, как он критикует своих слушателей Евангелия от Матфея, 15 глава, 3 текст. «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Евангелие Марка, 7 глава, 13 текст, «устраняя Слово Божие преданием вашим». Как вы думаете, что для Иисуса Христа было первичным, Писание или предание? Ответ однозначный – Писание. Конечно же, Иисус Христос не отвергал предание как таковое, потому что это определенная традиция религиозная. И мы с вами тоже не должны огульно отвергать предание, потому что это тоже определенная церковная традиция. Но мы должны помнить о том, что Писание первично по отношению к преданию. И если предание не конфликтует со Священным Писанием, если предание не противоречит Священному Писанию, мы с ним можем согласиться и его принять. Но если предание вступает в конфликт со Священным Писанием, противоречит Священному Писанию, такое предание мы принять не можем. Потому что истинным и единым мерилом веры для христианина является именно Писание. И вот здесь я хочу прояснить для вас значение слова «канонические». Вы, наверное, обращали внимание на то, что вот на титульной странице в ваших Библиях
есть это слово. Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а дальше канонические. Я уже не раз упоминал в своей проповеди это слово. Что это значит? Канонические. Вот именно в этом слове и находим мы мощнейшую поддержку протестантскому принципу «сола скриптура». Только Библия. Библия и только Библия. Почему? Да потому что слово «канон», это очень древнее слово «канон», означает не что иное, как измерительную трость. То есть это некий измерительный инструмент, которым в древности пользовались строители для того, чтобы строение было ровным, не кривым, а ровным. Что означает это слово применительно к книгам Библии? Они канонические. Это означает, что, с одной стороны, они проверенные, выверенные, правильные, они представляют собой некий эталон, некую меру, которую можно использовать для того, чтобы измерить другие книги, другие источники, претендующие на тот же самый богодухновенный статус. И с этим согласны абсолютно все. Как я уже сказал в самом начале, вот этот канон, состоящий из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, он является общепризнанным. Его признают и католики, и православные, и все протестанты. И если это общепризнанная мера, мерила истины, то, естественно, этим мерилом мы должны проверять все другие источники, в том числе и предания. Иногда вот приходится сталкиваться с возражением против этого. Ну как можно, значит, большее, чем является предание, потому что под преданием понимается вся полнота Божьего откровения в истории спасения, проверять меньшим, потому что Библия – это только часть всей этой полноты. Наоборот, преданием нужно проверять Писание. Мы говорим, нет, простите, именно Писанием, потому что исторически Церковь так определила, потому что назвала это каноном, мерилом. И сам Христос использовал Священное Писание как мерило истинного знания, отдавая ему приоритет. Это принцип Христа и апостолов тоже. У Библии есть границы, четкие границы. 66 книг. Где границы священного предания? Нет. Причем содержание священного предания разное. В католической церкви свое предание, в православии свое предание, у многих протестантов есть свое предание. Как то, что не имеет границ, делать мерилом, критерием истинного знания? Как? Невозможно. Вот почему принцип «сола скриптура», Библия и только Библия, он остается значимым, он остается крайне важным для нас и сегодня, потому что, отталкиваясь от этого принципа, мы можем давать оценку любому знанию,
которая сегодня обрушивается на нас просто лавинообразно. Соглашаться с тем знанием, которое не противоречит Библии, и иметь право не согласиться с тем знанием, которое вступает в конфликт со Священным Писанием. В завершение я хотел бы еще раз подчеркнуть, дорогие друзья, важность и значение Слова Божия в нашей с вами жизни, в жизни современного общества. Вы знаете, значительная часть проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в том числе и в нашем российском обществе, проблем, которые... Значительная часть этих проблем связана с тем, что мы не просвещены Словом Божиим. Да, сегодня Библия доступна, ее можно найти в любом книжном магазине, в любом формате, в любом переплете. Но многие ее не читают. Приобретают многие, но хранят у себя на полке, как вот какой-то амулет, полагая, что если в Библия в доме есть, значит, все хорошо, все нормально. Недостаточно иметь Библию в доме. Библия должна быть на столе, она должна быть открытой, она должна читаться ежедневно. Если она не читается, она не будет работать как амулет, защитный амулет, оберег. Нет. Слово Божие, оно должно войти в нас. Вот как пища входит в наш желудочно-кишечный тракт каждодневно, три раза в день, так и Слово не просвещено. Мало что изменилось с тех пор. Мы остаемся крещенной Русью, но не просвещенной. Уровень знания Слова Божия нашими современниками оставляет желать лучшего. Спросите случайных прохожих на улицах вашего мегаполиса, сколько заповедей из нравственного закона Божия из 10 они могут назвать. Вы поразитесь полученным результатом. Проводилось такое исследование. Да. 1500 человек опросили, случайных прохожих. Сколько заповедей вы можете назвать из 10? 1/3 опрошенных смогли вспомнить одну заповедь. Только одну из 10. 1/3. 2/3 опрошенных, то есть это 1000 из 1500, даже эту заповедь не назвали. Вот таков уровень грамотности, библейской грамотности наших с вами современников. А мы потом задаемся вопросом, почему процветает преступность, почему процветают такие пороки, как алкоголизм, наркомания, проституция? Почему так просто зашкаливающе велик уровень абортов в нашей православной России? Несколько миллионов в год при катастрофической демографии. Почему? Не знаем мы Слово Божие. Современник Лескова Федор Михайлович Достоевский устами одного из своих героев в романе «Братья Карамазовы» воскликнул:
горе народу без слова Божия. Горе. Вот почему, друзья, так важен этот принцип «Соло Скриптура», только Библия. Этот принцип, он как бы призывает и где-то заставляет всякого мыслящего, ищущего, жаждущего правды Божией человека обратиться именно к Писанию, а не к преданию. В первую очередь к преданию. И пусть Господь поможет всем нам, друзья, согласиться с этим важным принципом, который в свое время, почти 500 лет тому назад, был провозглашен в лоне западноевропейской протестантской реформации. И не забывать его. И не забывать обращаться к Слову Божию каждодневно. Аминь. Приглашаю вас к молитве.